пойду вот на этот красивый мост. А через мост мне, во-первых, вот так вот, если встать, нравится. Над мостом слово. А за мостом там кораблик, в котором мы с Машей были. На нем ездил Ленин. Вот он, святитель Николай. Сейчас подойду поближе. Вот. Тут он, понятно, что зимой он не работает. А летом мы когда были, мы заходили туда внутрь, в каюты. Вот. И в колокол нам дали постучать. Настоящий пароход. Он такой запасной. Еще сюда, кроме сюда, мне хотелось подойти поздороваться с Енисеем, а то я все из окна здоровалась. Вот, а вон филармония, вот она. Немножко рука пришла в себе. Вот там Пионерская правда. Маша, я тебе передаю привет от вот этой трубы наверху, в которой мы ходили. Там у нас мы тусовались. Да, ну вот он тут стоит на приколе, на причале. Никого нету на этой набережной. Ой, а летом тут было столько народу. Летом гуляют, тут тоже ели мороженое. Ну, а дальше уже все. Так, я прячу свою руку. И этой рукой еще играть концерты, но она у меня отмерзнет вообще. Пойду обратно.